В течение всего летнего периода коммунальные службы города проводили все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону, который порой из-за неблагоприятных погодных условий наступал раньше официальной даты, то есть 15 октября. И, как правило, не все котельные были готовы к обслуживанию абонентов. В этом году, по словам главы администрации Владимира Рощупкина, муниципальные предприятия и многоквартирный жилой фонд к отопительному сезону подготовлены практически полностью. Но все-таки есть исключения. Сегодня мы оцениваем общую готовность города на 98%. Вот остались совсем небольшие, незначительные штрихи. Это преимущественно касается запуска новых объектов. У нас в этом году две новых блочно-модульных котельных запускаются. Одна на Западном 4, вторая это на Литейном, на переулке Литейном. И, собственно, это те объекты, которые, ну, скажем так, полностью построены заново. Это не реконструируемые объекты. И, соответственно, вот эти процедуры требуют административного сопровождения, изготовления там, определенных документов, новый пуск газа. Вот это все достаточно сложные бюрократические процедуры, вот они сейчас выполняют. У нас еще время есть для того, чтобы все это завершить. Все наши ресурсоснабжающие организации сегодня докладывают о 100% готовности. Жилой фонд, который находится в управлении управляющей компании, преимущественно тоже готов, за исключением тех домов, где завершаются работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения, а также капитальный ремонт кровли. В этом году, ну, немножечко с опережением тех сроков, которые мы, например, в прошлом году видели, но самое главное, что готовность максимальная. Сегодня каких-то существенных рисков, либо опасений по началу, по срыву отопительного сезона мы не видим.